Здравствуйте, это наш корреспондент Александр. Он после долгого лечения все-таки решился дать нам интервью о том, как там, в этом аномальном доме. Александр, какие ваши ощущения? Очень плохо и страшно. До сих пор снятся эти вонючие коты и этот дед. Какой дед? Какие коты? Объясните. В комнате, я видел в комнате кресло-качалку, на нем сидел дед-мертвец, и возле него много котов-зомби. О, Господи, это же так страшно. Но как вы не испугались? Я испугался, но потом меня что-то ослепило, и я очутился в этой больнице. Понятно. Ну, мы надеемся, что скоро вы сможете выздороветь. Я надеюсь. И мы с нетерпением ждем следующего выпуска в этом аномальном доме. До свидания.